Всем привет! И с вами снова я, Эвелина. А это значит, что вы на моем YouTube-канале. Канале о чулках, о колготках, о ваших фетишах, но и немножко моих. Я знаю, несмотря на то, что я сегодня вот такая вот яркая и красивая, мое видео не наберет много лайков и просмотров. А все почему? А потому что на мне нету ни чулок, ни колготок. Правда, на мне есть вот такие вот красивые бирюзовенькие носочки моего любимого цвета. Горошек. Но при этом нет. Вообще, когда я начинала вести свой Инстаграм, то я изначально же вообще не понимала, что такое фетиши, да? И поэтому, когда я стала грузить фотографию, то есть я обычно ходила в платьишках. Ну, безусловно, во мне были моменты джинсов. И когда я загружала фотографию в джинсах, то я не получала лайков. И я не могла понять эту фишку, почему. Ну, почему вот я загрузила в каких-то обычных черных колготках, а у меня тысячи, сотни лайков, да? А когда я гружу в красивеньких джинсиках, то лайков нету. И только потом я поняла, что вы любите. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы мне поставите несколько пальчиков вверх. Посмотрите, какая красивенькая. Ведь кто-то любит джинсы, правда? Все, всем пока. Увидимся снова. Муа!